Добрый день! Я приветствую зрителей моего канала. Вот продолжаю сборку изготовления своего фрезерного стола. Вот вы видите каретку. Вот. Сейчас я вам ее покажу поближе. Пластина вырезана, вот прикручены Т-образные удерживатели, но кроме того еще и будут подшипники стоять. Я решил все-таки на подшипниках, так как эта конструкция меня не подводила в прошлых разработках, решил я не дерево ставить, а подшипники, то есть вернуться изначально к своей конструкции. Ну вот вы поняли, что вот эта вот шайба, планшайба, ну, так я ее называю Т-образно, она вставляется вот внутрь этого профиля. Вот сейчас я вам покажу. Вот смотрите. Я ее вставляю. Одну вторую. И вот видите, она уже двигается, но есть вот такой вот чуть-чуть лифтец, вот я подшипниками это и убираю. Вот хочу вам показать, как я это буду собирать вживую. Если кому интересно, можете посмотреть. Ну, вот я один подшипник поставил. Так, здесь у меня должны стоять шайбочки. Да, ставлю. Значит, каким образом я изготовил вот этот подшипник. Вот. Все знают вот такие вот. Сейчас я вам покажу, что я вытяну. Плотно сидят очень. Угу. Знаете, это уже не вытянуть. Вот тогда придется разобрать этот и показать. Вдруг кто-то захочет это делать, вот. Чтобы не возникало лишних вопросов, я вам покажу. Вот здесь лучше, видите, все знают такие вот шестерка, внутренняя резьба здесь. Вот эти, я не знаю, как называются, гильзы, они вклепываются в дюраль, развальцовываются. Вот, и таким образом на тонком дюрале можно крепить вот такую резьбу шестерку. Вот я померил, вы знаете, и она очень плотно входит в мой подшипник. Увидели, я тут даже вынуть не мог. Вот я таким вот образом решил проблему. Вот. Не надо точить. Извините, голос немножко сорвал, наверное. Мой отдых не прошел для меня даром. Ну, за все, как говорится, надо платить. Так. Вот видите, я надеваю шайбочки. Вставляю свои подшипнички. Так, и здесь мы тоже надеваем такую вот шайбочку. Вот, кроме того, что вот так вот оно будет собрано, я еще надеваю вот такую вот крышечку. Вот. Сейчас вы все увидите. Не буду долго объяснять. Я лучше покажу. Вот видите, надевается. Вот. Посмотрим, где-то что-то распускает сейчас. Сильно далеко. О, все, теперь я вот те винты докручиваю дальше. Видите, оно проходит, они проходят насквозь.
Вот, видите, выходят сюда наружу. Вот, я зажимаю. Видите, вот один я уже заметил. Теперь второй. Видите, вот он выходит. Замечательно. Вот, зажимаю все. Теперь эта площадка. Вот она у меня. Стоит сейчас немножко. Подымаю все. Видите, теперь ушел тот люфт, вот, который я вам показывал, такой за счет того, что я поставил подшипник. И теперь я, видите, прикручиваю вот этот вот уголок, прикручиваю к моей пластине, на которой закреплены все подшипники. Вот таким образом у меня получается эта вся конструкция будет монолитная. То есть я создал корпус для моих подшипников, для Т-образных направляющих. Вот. Потихонечку собираем нашу придумку. Вот, начинает работать. Вот, так, вот оно. Еще не смазано, но довольно-таки легко ходит. Ну, вы не думайте, он еще будет легче ходить. Вот. Надо чуть-чуть подрегулировать. Так. Ну и в конце я вот устанавливаю, то есть я зажимаю еще этот уголок. Почему я так делаю? Вот. Потому что мне надо этот уголок закрепить, потому что на него будет крепиться две направляющие. Поэтому я создаю жесткость в конструкции. Ух ты, сейчас забыл положить гравировок. Вот, видите, получается такая, видите, еще жестковато. Дело в том, что надо все регулировать. Я уже все выставил, здесь все идеально под 90, но надо чуть-чуть, как говорится, еще подрихтовать, в том смысле, что надо отрегулировать, надо все эти винты отпустить, все заново повыбирать люфты, вот, позажимать хорошо. Ну, в общем, сейчас я хочу показать. Вот, вот одна у меня, видите, вот она уже где-то бегает хорошо. Вторая на этой стороне. Сейчас я... Вот. Вот такие у меня две направляющие. С этой стороны и с этой. Теперь, вот видите, тут у меня есть упоры. С одной и со второй стороны. Вот. Вот такие вот, видите, упор будет. Видите, это бегает. Вот, видите, очень легко бегает. И это будет легко, не переживайте. Я уже, как говорится, пробовал, вот, проверял. Это просто так хочу вас ознакомить немножко. Поэтому вот смотрите, вот, вот такая вот у меня направляющая будет стоять. Значит, эти будут прикручиваться к уголкам направляющие, одна и вторая. Вот, еще ставятся штифты два, чтобы не гуляло никуда. Вот. Ну, надеюсь,
будет жесткость соблюдена. Вот почему. Вот почему я вот эти все люфты убираю. Мне нужно, чтобы эта конструкция вот, двигалась великолепно. Так, она будет легко. Я уже пробовал перед этим. Вот, я разбирал, скручивал. Вот, поэтому все нормально. Я отрегулирую. Сейчас посмотрим, как тут наши размерчики. Так. Вот видите, 84,29. Ставим здесь. Видите, 84,29, то есть что здесь относительно стола, что здесь одинаково, так что все окей. Я потом эти две пластины, перед тем как их прикручивать к уголкам, выровняю и приклею на клей, вот. А потом еще и соединю, постараюсь сделать, чтобы это жестко было, чтобы левая и правая сторона не гуляли отдельно друг от друга. Поэтому вот я и сделал вот такие вот упоры. Вот. Сейчас я еще посмотрю. Вот здесь такие вот упоры. Вот и с той стороны тоже, видите. Вот. И вот так вот она упирается вот этим выступом. Ну, закреплю. Вот, когда соберу, я покажу. Вот, и заодно вместе с вами проверим, будет ли жесткость. Вот, здесь вот высота 60 миллиметров, вот, относительно фрезы, вот, до стола. Потом можно, еще у меня регулировка идет, фреза на 25 миллиметров не запускается. Вот, и вы помните, еще стол на 30 поднимается, поэтому практически 5 миллиметров. Если поднять стол и опустить фрезу, то остается 5 миллиметров. Ну, это достаточно. Насквозь я не собираюсь фрезеровать. Вот. Резать отверстия под шипы. Вот. Обрабатывать планки. Вот. В общем, то, что нужно для работы, чтобы собирать столы, стулья. Вот этого мне будет достаточно. Всем спасибо за внимание.